В Казахстане пришли с обысками в редакции Forbes. В редакцию журнала Forbes Казахстан в Алма-Ате пришли две опергруппы Департамента внутренних дел. Одна начала проводить обыск, вторая увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова. Сотрудники казахстанской полиции проводят обыск в редакции журнала Forbes Казахстан в Алма-Ате. Об этом сообщается на сайте издания в понедельник, 2 апреля. По словам издателя Forbes Казахстан Арманжана Байтасова, в редакцию зашли две опергруппы ДВД Алматы. Одна группа начала проводить обыск, вторая увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова. Сотрудников редакции держат в кабинете, при них ведутся следственные действия. У работников изъяли сотовые телефоны. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главного редактора сайта Forbes Gazi Анастасию Новикову, сотрудники следственного отдела полиции Алматы пришли в редакцию около 12:30, предъявили постановление на обыск в редакции журнала. По данным Международного фонда защиты свободы слова Адилсос, задержан журналист портала Forbes Gazi Александр Воротилов. В офисе RTL Gazi задержаны Марат Осипов, Сапа Микибаев и Анна Калашникова. Ранее сообщалось об обыске в редакции Вестей. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.